Итак, в общем, вот новости. Была как бы закончена эта медитация. Порча была наведена. Знаете, какая красота. Вообще, вот нажимаешь, да? Best, нет, блядь, All Time High Score Space PlayStation 2. Вот, видим такую красоту, видите? То есть, вообще пиздец. То есть, и собственно, была установка, да, дана была, и все, собственно, больше ничего и не делалось. Причем и на главные постоянно вот эти вот комменты. И никто их не удаляет, это вообще просто. То есть сайт совершенно заброшен. Совершенно просто заброшен. Ну правда, они когда-то мое видео прошло видели, да, с Metal Gear'ом этим. Они как бы испугались, да, и разморозили. Видите, 3.8 оценку у Metal Gear'а. Тут 4.1, но там уже 3.8. Ну, какая-то... Ну, разморозили, видно, они в страхе, когда я там сказал, обаме письма писать там и прочее, там, тут они тут же испугались, да, там, что как бы раскроется, что они тоже там этот, в отряде там 731 участвовали. Вот, и как бы начали заметать следы. В общем, красотища полная. Вот как бы вот поэтому еще прошла обработка. Вот еще списочек. Как бы порча. Вот, видите, красотища, да? Вот и теперь как бы люди уже с они, блядь, 10 раз подумают, прежде чем, блядь, отдавать, блядь, $60, если за что. Вот. То есть всем все платится, как бы. Правда, добро, справедливость. Вот сами люди все прозрели после установки гипноза. Вот видите, Modern Warfare, нахуй там, блядь, одна часть хуже другой. Видите? Вот Биошок, вот там тогда пропустили, вот сейчас занялись. Уж Биошок, это такая параша, это просто кошмар, блядь. Вот Mass Effect 2, видите, Mass Effect 2, она хуже, чем Mass Effect 3, намного оценка. Вот, Acer. Видите? Да, вот Street Fighter, вот, там и Super Street Fighter, все это. Вот, ну и Metal Gear еще раз посмотрим, вот нормально теперь так. Ну, она еще будет падать, этой зимой, они тоже, блядь, какие-то тормоза. Вот, Обливон. Это вообще параша, это вообще пиздец, какое говно можно сделать. Она на Xbox-то хуй знает, как выглядит. Сука, на PlayStation 3 еще хуже, она еще спустя полтора года, два вышла, и там, блядь, еще хуже, то есть пиздец полный. Там... Да вот Skyrim. Ну, Skyrim чуть получше, чем Обливон, поэтому по оценке повыше. Я имею в виду там на PlayStation. Так, вот Gears of War, блядь, тоже купленная какая-то, блядь, оценка. То есть 3-4 слишком много для такой параши. Uncharted 3, вот он тоже как бы. Ну, главное, мы как бы вот этот вот барьер преодолели, да, вот этот психический. И как бы теперь что угодно можем поставить. Ну, сколько народу это ненавидит. Так, ну, Super Street Fighter тоже. Тогда как бы вот, странно, что-то мало оценок, тоже какая-то блокировка. Видите, тут 0.6, да, опять херня какая-то, да, а тут 1.4. Вот Жорна, это вообще такая параша, блядь, это, сука, какая-то тряпочка летает, блядь, по пустыне, блядь, Ирака, нахуй. Вот, Little Big Planet 2, странно, тут 1, а тут 0.9, да. Вот, то есть единственная, блядь, нормальная игра получается тут какая, на PlayStation 3, Pac-Man, вот есть нормальная игра, да, Pac-Man, все остальное параша, да, полный No Games, нахуй, блядь. Тогда, я не понимаю, нахуй дебилы покупают PlayStation 3, когда можно было Dendy, нахуй, купить и играть в этого Pac-Man, нахуй, блядь. Rockband, я вообще, честно говоря, не знаю, что это такое, блядь. Хотя у меня это с гитарой, что ли? У меня, кстати, гитара это есть. И нахуй выкинул, нахуй, блядь. Сука, блядь, сразу нахуй эту парашу, блядь. Ну, пол, ты вообще такой гов, блядь, гитары какие-то, сука. Ну вот, блядь. Ну это как бы мы видели уже так. Лимба, вот правильная оценка, потому что такая параша, это вообще просто пиздец. Концовка вообще нахуй. Блядь, это, сука, блядь, столько времени потратил там. Да, вот. Вот. Так. Вот. Wipeout HD, это вообще пиздец просто, нахуй, да. PlayStation 1, там, блядь, порт, нахуй. Вот. Правильная оценка такая, нормальная.
Вот God of War Collection, параша просто, сука, да? Ну я уж говорил, да, там специально убрали эмуляцию, да, чтобы продать заново, то есть пиздец. Вот Metal Gear Solid, это же Collection. Это вообще пи... Какого хуя они называют это же Collection, когда там нету даже, блядь, первой части, блядь. Блядь, там, по-моему, блядь, там две части, нахуй, там третья часть, да? И блядь, и на PS Vita, нахуй. То есть это вообще пиздец, да? Я там запустил охуй, хотя, блядь, почему-то тут на коробке нарисована и вторая часть. Блядь, или вторая там есть, блядь, там первой нету, блядь, в общем... В общем, блядь, какого хуя ж доколе, если первой части нету, да? И ремейков всех нету, нихуя нету, и других частей, блядь, нет. Ну, в общем, пиздец там, блядь. И там графику нихуя даже с PSP не улучшили там вот. Вот это опять в новости попало, блядь. А, нет, это другая, это уже другая игра. Ну, тут слишком высокая, все равно оценка, надо еще поработать. Просто еще, может, не обновилась. Вот, Uncharted Drag Fortune, 2.5, нормально. Но она даже этого, она единица даже, если не заслужит, уже такая параша, блядь. Ну, там, сейчас, сука, блядь, блядь, видите, 0.2 Сигма, блядь. Это вообще пиздец, порт с Xbox'а спустя 10 лет выпустили, да? При этом графика и все управление вообще все хуже, нахуй, блядь, и никаких нововведений. Sony, блядь, еще там радовались, там, сука, еще, блядь, там кидали скриншоты с Xbox'а, какая у них охуенная графика, там, пиздец, там. А вот эту понизили, еще, видите, 0.5. Это вообще пиздец, там, блядь, это там аддон, нахуй, 4 миссии выпустили, сука, блядь, про бомжат. Нахуй, доллары там, сука, блядь. Ну ладно, блядь, Black Ops, нахуй. Вот все это, вот это. Bioshock 2, вот тоже поработали хорошо, ребята. Ну, блядь, ну тут тоже я имел. Ну, в общем, молодцы, кто там это писал, но надо еще писать, да? В общем, блядь, хоть какой-то толк от адептов появился. Появился, да. Ну, сейчас, когда спецотряд, да, сформирован такой, сверхсекретный, да, и сейчас он будет развиваться, там вообще будет пиздец. Вот, и я бы посоветовал, да, ну, во-первых, надо рецензии еще написать, да. И как бы пишите, знаете, про что еще? Пишите про Курилы обязательно, да? Что это все им за Курилы, как бы, да? Вот, а видели, что они с Курилами делают? Они жгут флаги российские, там, блядь, собирались войну-то даже устроить туда, там. То есть, блядь, пиздили постоянно, да, там, Медведева, Путина, ты хуй там на наши Курилы ходишь, там, ты хуйло, там, и прочее, там, да, это наши Курилы, блядь. И всерьез считают своим, да, нахуй, то есть вообще наши исконно русские земли. То есть сами живут на наших исконно русских, блядь, землях, да, вселились туда, нахуй, да, под шумок, блядь, ну, там, блядь, в общем, вообще пиздец, там, из земной коры там вылезли из ада, там, и под шумок заняли наши там острова, мы там еще, нахуй, при царе, нахуй, горохи туда, там, мусор туда, блядь, скидывали всякие, блядь, объедки, нахуй, они там, блядь, там, нажировались, нахуй, сука, на наши, блядь, доллары. Так, вот Россинцы вообще пиздец, да? Еще что-то требуют, блядь, сами на исходно русских, да, территория живут, блядь, и требуют еще, вообще еще что-то, вообще пиздец, блядь, видите, 0.4. 0.4. То есть тему про Курилу обязательно тут надо поднимать, потому что как бы это все не просто так. Вот, это Unreal Tournament, но он такая же отсылалась, ну, блядь. Кстати, самый пиздец, да, про эту игру скажу, мне лень было делать. Я открыл тем этим, вот этим способом, да, файлы, там жесткий диск PlayStation подключил, да, с пиратскими играми, и открыл там в этот, блядь, эти унреаловские файлы, да, и там пиздец оказалось, там те же самые файлы, что и на компьютере, то есть в один, то есть, может, они как бы не используются на полную, да, но файлы те же самые, да, такого же формата, да, там, такого же размера текстуры, все как на компе, то есть пиздец, там, это, блядь, такая мультиплатформа, нахуй, блядь. Блять, из-за этого, блядь, все игры говёные на PC, сука, там, блядь, все, что под PlayStation все затачивает, точнее, блядь, под Xbox, но неважно. Так вот, блядь, слишком, как бы, блядь, это высоко. Высоко. Вот что, я что-то тогда забыл про Infamous. Парашу самую страшную, блядь. Причем вторая часть ее прошел недавно. Это вещи уебище, блядь, еще хуже, чем первая. Ну, блядь, так, ну, сука, ну, блядь, сука. Вот, Infamous 2, вот она, пожалуйста. Видите, ну, тут тоже, блядь, какой-то идет глюк, тоже тут повышение завышено.
Вот это первая часть еще та параша, блядь. Чем вообще пиздец там? Так. В общем. То есть, в общем, считайте, вот мы, знаете, за Родину отомстили, да? Хотя нет еще, да, потому что еще на PlayStation еще около сотни игр находится. Еще около сотни игр, да. Так что надо как бы... Надо вообще всеми играми заняться, да? Потому что это же красотища, просто так смотрит, там Sony, блядь, там заходит, там... О, там хочу там игру купить, там что там, блядь, о, там... Там заходит, охуевает, там, блядь, да, там в каком-то форме, да, там, когда Metal Gear там на единицу понизилась, да, они там все обосрались, там, вообще, там, сука, на единицу всего, да, а сейчас уже, блядь, до 3 баллов понизилась, вот, 3,8, вот, видите, 3,8, 3,8 Metal Gear, так, вообще, видите, все вообще красотища, да, и тут все вообще такое. Все остальные игры тоже тут. А на Xbox можно поднять, да, до 100 баллов все игры. То есть, как бы, скоро отомстим за Курилы наши родные. Макс Пейн вот еще 0.8 забыл показать. 0.8. Потому что не нехрен на PlayStation 3 выпускать игры. В принципе, я даже не показываю, да, какая оценка до этого была, потому что она была практически такая вот, как и вот этих, да, купленных изданий. Что тут все куплено, накрученное. Так вот, Бэтмен там тоже нехуй выпускать тут. А то они, блядь, наебывали еще, да, там, этом год еще первую часть не выпускали, да, а потом выпустили там через год, там, блядь, или два на PlayStation 3, типа, блядь, сказали, вот тут Джокер будет, нахуй, там, покупайте за доллары, сука, да, там, типа, у, там, Джокер вообще, там, в очках, там, 2 уровня въебашили туда, сука, там, блядь, да. Ты чтобы еще все еще PlayStation 3, нахуй, блядь, Бэтмена Дрочеры покупали, да, там, вот Джокеры ебались, там. Ну, в общем, можно констатировать, сейчас же действительно PlayStation No Games полный. Видите? Ну, видите это? Вообще все игры, вообще, блядь, все основные игры занижены, вообще, пиздец. Ну, что это на это? Блядь. Ну, полный No Games, нахуй, сука. Мыльное кинцо одно, блядь. Устал уже народ это терпеть. Даже кто, блядь, в это не играл. Вообще пиздец, знаете, 0-2, 0-2, нахуй, блядь, сука, 0-3, 0-3, блядь, 0-4, 0-4, 0-4, блядь, 0-5, блядь, 0-8, блядь, 0-9, пиздец, блядь, сука, то есть, просто, знаешь, это если 1 балл оценка, это уже невъебенно круто, блядь, считается, это еще пиздец. В общем, такие дела, да, и помните, как бы, про Курила, да, никто не забыт, ничто не забыто, в общем, Аншабдуль.